Ну, сыграли хорошую игру, в целом довольны, потому что сыграли хорошую игру с хорошим соперником, очень организованная команда. И на фоне того, что вчера был день такой у нас большой нагрузки, очень важно было сегодня именно в игре ее трансформировать, да, эту нагрузку в какие-то игровые эпизоды, которые отрабатывали. Я думаю, что ребята справились, немножко был сумбур, но потому что поле было маленькое, и поэтому вот две команды было тесно, скажем так. Вот, но ничего, подстроились, и хороший получился спарринг.